Здравствуйте, уважаемые телезрители, с вами программа «Из первых рук», я ведущий Антон Пережогин. И у нас, как традиционно, по средам в гостях заместитель главного редактора газеты «Эврика» Юрий Федорович Тарасенко. Здравствуйте, Юрий Федорович. Расскажите, пожалуйста, о том, что нового, интересного и полезного приготовила наша газета для наших читателей. День добрый, уважаемые актюбинцы. Прошла неделя, где-то хмурая, где-то солнечная весна, словом. Со своими проблемами, со своими заботами, со своими победами, со своими поражениями. Но мы попытались этот срез жизни нашего любимого города и области каким-то образом с коллегами запечатлеть. И вот свежий номер газеты «Эврика», газета для хороших людей. Но начну с первой полосы, что, собственно, мне не свойственно, но информация довольно такая, с одной стороны, и скандальная, с одной стороны, кричащая, но информация, после прочтения которой вы, собственно, увидите очень много вопросов, и, собственно, ответов на эти вопросы вы тоже не найдете. Но это, кстати, не по нашей вине, не по вине журналистов. Итак, министр Досаев, это министр, связан с экономикой в нашем государстве, решил лишить кондиционера нашего акима Бердыбека Сапарбаева. Это вот такой вот заголовок. Но, собственно, не только акима области, но и вас, уважаемые актюбинцы, многотысячные, много нас, у кого есть кондиционеры и в городе, и на селе, решил их убрать с основных улиц городов Казахстана. Как это будет выглядеть? Ну, мы, естественно, заинтересовались этой информацией, собственно, откуда ветер дует и почему. Ну, не устроило министра, не устроил внешний вид наших городов, центральных проспектов и улиц, кондиционеры, но тут сразу в скобочках можно отметить, а где мы живем. Мы, собственно, живем в Казахстане, резко континентальный климат, температура воздуха даже весной порой доходит до 30 градусов, не говоря уже о лете и ранней осени. То есть проблемы с климатом у нас очень такие серьезные. Кондиционер нужен. Но вот решили убрать центральных улиц. Мы поинтересовались у власть придержащих, собственно, кто отвечает и на кого поручается это решение этого вопроса. Это архитектурно-строительный контроль, это архитектура города и области, это чиновники. И, собственно, парадокс. Вся эта братья эту информацию услышала только от нас, журналистов. Они даже и слыхом не слыхали, что, оказывается, был когда-то несколько месяцев назад принят этот закон министром, а вот с 1 марта он вступил уже в законную силу. И то есть уже надо широкомасштабно снимать с акимата города и области кондиционеры и штрафовать вас, уважаемые актюбинцы, у кого тоже на балконах или на стенах, так сказать, он установлен. Ну, кстати, с кондиционерами предполагается и снятие тарелок, так называется, спутниковых антенн, которые, как ни странно, не лицензионные. Вот такая там тоже оговорка, тоже довольно спорный момент. Итак, нас заставят захлебнуться в пыли, вопросительный знак. Вторая, третья полоса, на этот счет материал. Ваше мнение, уважаемые еще активности. Один такой неоднозначный закон, да, который принимает наше правительство. Да, еще один неоднозначный закон, и буквально вот рядышком здесь у нас такое маленькая такая ремарочка, кстати, называется, в каждой шутке лишь доля шутки. Ну вот мы предположили, газета вчера делалась, и предыдущую неделю, и в качестве предположения мы, кстати, сделали пас в адрес нового министра образования и новых каких-то веяний. Так вот, буквально сегодня вышел указ о единой форме в школах. Он, то есть, уже начал регламентировать и этот процесс. Ну, не знаю, чем все это закончится. Ну, в общем, вторая, третья полоса. Переворачиваем страницу. 4.5 тоже касаемо нашей жизни, срез массы информации. На что хотелось бы обратить внимание. Профессиональный сглаз, непрофессионально судить. Человек, собственно, уже столкнулся с такой ситуацией, что его при разбирательстве его дела в суде, судья допустила грубейшую ошибку, неправильно указала в начале год рождения, потом число, и вот он не может и апелляцию подать в связи с этим, и это уже продолжается несколько лет. И вот профессиональный сглаз непрофессионального судьи, лимит на галантность, уважаемые женщины, с прошедшим вас 8 марта, многие, ну не многие, а представительницы, но некоторые представительницы были на концерте, посвященном Международному женскому дню, организованном акиматом области.
Так вот, концерт состоялся, все были довольны, были подарки, цветы, а вот по окончании его была давка у гардероба, то есть организаторы это не продумали. Все очень спешили домой. Да, все очень спешили к плитам, домой, то есть вот эта детям, вся атмосфера праздника, атмосфера такого добра, позитива, собственно, вот этим и нарушилась. И практически все 800 женщин города Актюбинска. Хотя я знаю, что там внизу в фойе стояли специально, так сказать, для этого снаряженные молодые люди. Да. Галантные. Во фраках, галантные, да, которые должны были припровожать дам, но, во всяком случае, в концертный зал, но они могли бы, в принципе, припроводить их и обратно. Ну, скажем так, в очередной раз наши доблестные акиматы, извините, вляпались. Итак, лимит на галантность, четвертая полоса. Переворачиваем страницу. Шестая, седьмая полоса «Вези меня, извозчик» или «Мыло о бомбилах». Попытались мы разобраться, что же у нас происходит, ну, как мы говорим, с частными такси, с бомбилами их также называют, извозчики, бордюрщики, то есть вариации различные у этих людей, а также самая-то основная их характеристика – люди, которые пытаются выжить в этих непростых условиях. То есть это люди, в основном, конечно, это мужчины. Есть, собственно, и представительницы слабого пола. Ну, их мало, единицы, может быть. А в основном это тысячи-тысячи молодых, не совсем молодых людей, которые лишились работы в разные годы. И вот это основной их кусок хлеба. Но это понятно, почему они пошли, с чем это связано. Почему, тоже понятно. Но вещь заключается в том, когда мы ловим, так сказать, такси или подходим к таксисту, где-то он на обочине стоит и просим куда-то довезти, мы не задумываемся о главном. Мы не задумываемся о безопасности. Собственно, с чем мы можем столкнуться. О гарантиях, которые, собственно, этот водитель нам может предоставить. Частный водитель. Произойдет, не дай бог, что-то произойдет с автомобилем или попадем в дорожный транспорт, в происшествие. Вот эти все, это только немногочисленные такие проблемы, которые я озвучил. То есть все, что связано вот с этим, шестая, седьмая полоса «Вези меня, извозчик». И нужен ли нам вообще вернуться вот к тому классическому советскому варианту, когда был, ну, может быть, ну, был тогда единый таксомоторный парк, то есть был профессиональный подход к оказанию этой услуги. Не обязательно должен сейчас один, может быть, два, три, но это, естественно, медицинский осмотр, это техническое обслуживание, то есть много-много сопутствующих. Это какая-никакая моментов. Регистрация и контроль. Да. Да, но сейчас получается так, что эта сфера бизнеса, можно так сказать, и безопасности никак властями не регламентируется и совершенно не. Дикий рынок. Да. Восьмая, девятая полоса, паспортизация среды. Собственно, то, о чем мы говорим ежедневно, ежеминутно, это даже не то, что говорим, а ощущаем, это экология нашего родного Актобе, чем мы дышим. Так вот, есть мнение о том, что, собственно, в городе пора бы уже и завести экологический паспорт. Вот что такое экологический паспорт, как его видят наши актюбинские медики-ученые, о его необходимости, о его, так сказать, актуальности именно сегодня, об этом материал «Паспортизация среды». Девятая полоса. «Нелегкая судьба хвостатых бродяг». Ну, собственно, об этом говорится тоже часто, особенно в больших городах, в больших населенных пунктах. Это о бывших домашних животных, можно так сказать, о собаках и кошках, рожденных на улице тоже, то есть о бродягах. То есть что с ними делать? Может быть, это, конечно, не такая большая проблема в масштабах целого государства, но согласитесь, когда мы ведем ребенка, да и когда сами идем, нет гарантии, что четвероногое животное проявляет какую-то по отношению к человеку неадекватность, его укусит. Потому что, да, признак какой-то агрессии будет. Потому как, собственно, данные о том, что и большие данные, цифры большие по нашему городу, в частности, укусы домашних животных и сопутствующие потом заболевания бешенства. Это есть, это проблема. Но самое главное, как вот с этой проблемой, как она решается. Но если вот в отношении собак здесь что-то как-то регламентировано, но тоже очень много вопросов, отстреливать, не отстреливать, как это должно выглядеть, то вот с кошками здесь уже вопрос решается. Есть, оказывается, у нас питомник в городе, где есть волонтеры, которые собирают бродячих кошек и туда отвозят, и там за ними ухаживают. Собственно. Ну, еще говорят, что вроде как хотели стерилизацию сделать, но сейчас пока неизвестно. Это все варианты, и, собственно, скажем так, эта проблема, она требует разговора, прямого, откровенного и честного разговора. Вот. Десятая полоса.
Мат-перемат актюбинского драйвера. Мы продолжаем открытую буквально недавно рубрику «Жалобы, обращения, просьбы, аргументы». Это рубрика ваша, уважаемые актюбинцы. То есть вы нам указываете те адреса, которые, на ваш взгляд, требуют срочного, может быть, вмешательства властей, вмешательства вас, уважаемые горожане, потому что большинство проблем, связанных с нашим городом, это наши личные проблемы. Выброшенный мусор где-то, тот же самый асфальт, провалившийся где-то яма, потому что это тоже наше, мы должны свою гражданскую позицию в этой части, позицию горожанина, жителей этого города. Ну да, налоги-то мы платим, да. Нужно налоги-то спрашивать. Налоги-то мы платим, надо это, и спрашивать, да? Куда наши деньги, собственно, уходят. Итак, десятая полоса, мат-перемат актюбинского драйвера. Собственно, вот такая небольшая мини-экскурсия по дорогам нашего города. Вот, записки из интеллигентного дома, 11-я полоса, мы продолжаем серию таких краеведческих материалов о домах со своей историей. Ну, небольшая история, согласитесь, у нашего города, еще даже и 150 лет нету, но где-то подходим к этой дате. Но интересный дом есть, до войны, значит, до Великой Отечественной войны был построен в 1937 году. И вот кто в этом доме жил, это дом на углу Ахтанова и бывшая Карла Либкнехта. Вот, кто в этом доме жил, что за люди, как он сегодня выглядит, материал записки из интеллигентного дома, 11-я полоса. Переворачиваем страницу, красивой должна быть каждая, фоторепортаж, интересное событие перед праздником произошло. Собственно, да, нас окружает много людей, которые нездоровые, которые, так сказать, ну, мы их называем инвалидами. Так вот, предприниматели, собственно, предприниматели нашего города откликнулись на инициативу, значит, самих, собственно, объединений инвалидов, 25 добрых дел, сделали праздник на нашим актюбинским девушкам, сделали прическу, макияж, устроили фотосессию, ну и небольшое, так сказать, небольшое чаепитие. Вот такое вот доброе дело. Ну, материалов, собственно, много, интересных, привлекательных, где-то кричащих, где-то позитивных. Ну, среди позитивных буквально вот чуть-чуть началась масленичная неделя, и газета «Эврика», собственно, организовала эту акцию. Ой, блинчики, блиночки. Это 24-я полоса, несколько рецептов блинов. Так, кстати, она еще продолжается, эта неделя. Да, до воскресенья. Вот. Да, пожалуйста, так сказать, милости просим на 24-ю полосу и, собственно, в газету «Эврика». Читайте, пишите, заходите к нам. Ну вот, все. Спасибо вам большое. С нами в нашей студии был заместитель главного редактора газеты «Эврика» Юрий Федорович Тарасенко. Читайте «Эврику», будьте счастливы. До свидания. Всего доброго.